Le temps passe trop vite, demain au petit jour. Mon amour on se quitte pour toujours. Pourtant ne sois pas triste quand tu penses à moi. Le temps de l'amour reviendra. Pour... Bonjour, je m'appelle Eugène Kimouk. Peut-être que vous connaissez. Рад всех приветствовать на новых аудиокурсах. Я неоднократно говорил, чтобы достичь максимальной эффективности в изучении иностранного языка, а многие из вас помнят видеоуроки французского языка на YouTube реальный французский. Сейчас вы услышите его аудиопродолжение. Жить с французским – это единственное, что помогает в изучении иностранного языка, чтобы это изучение было эффективным. Для того, чтобы позволить себе, где бы мы ни оказывались, изучать французский язык, будь то в метро, у нас есть mp3-плееры, будь то в другой ситуации, мы можем спокойно слушать. Если у нас нет возможности смотреть, нет под рукой видеосредства, чтобы смотреть ролики на YouTube. Более того, именно аудитивная программа позволяет непосредственно воздействовать вам на слух. Благодаря профессиональной записи это станет возможным. Вы будете повторять много времени, каждый урок занимать не должен. Не более пяти минут будет проходить каждое аудиообращение к вам. С другой стороны, возможно, для того, чтобы отточить звуки, необходимо будет с каждым из уроков работать не менее не 5 минут, каждый раз повторяя это по 5 или 6, в зависимости от необходимости. Но сам по себе урок будет проходить в течение 5 минут примерно. Вначале, в нашем с вами первом аудио-уроке французского языка, я уточню, что нет ни одного звука, похожего на другой между языками русский, русским и французским. Таким образом, даже на примере алфавита этих 26 латинских букв, размноженных на современные европейские языки, в любом случае совпадений с русскими нет. Казалось бы, а русская и а французская. Это не так. Давайте посмотрим на примере алфавита. Я буду сейчас читать алфавит, а вы спокойно повторяйте за мной Я читаю только французские Гласные и согласные алфавиты А Б С Д Ф Ж И Ж К Н N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. и замечательная французская песенка, которая напоминает нам о всех буквах алфавита. Исполняют ее французские школьники, можно встретить где-нибудь в просторах интернета. Я вам коротко спою, еще раз напомню, все согласны гласные алфавита. А, Б, Д, И, К, Л, Н, О, V, W, X, Y, Z. Voilà comment je sais chanter l'alphabet français. Les fillettes et les garçons chantent bien cette belle chanson. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, Y, Z. Подчеркиваю, старайтесь максимально точно имитировать звуки, которые вы сейчас услышали, так как я сознательно стараюсь и детально, смотря в рот французам, когда они произносят свои звуки, делаю это за носителями языка, вы делаете за мной в этом самом подражании и достигается максимальный результат. Итак, мы переходим после алфавита к нашему с вами первому уроку все будет построено на упражнениях в чтении, где мы помимо самих слов будем отрабатывать звуки в первую очередь и сегодня в рамках нашего с вами первого упражнения э, наш нас ждет вступительная часть упражнений в чтении сейчас я озвучу первую строчку Итак упражнение в чтении на которых мы отработаем в первую очередь звуки, и нас ждет 5 строчек. Внимательно повторяйте за мной. Главное, старайтесь имитировать. Я не очень люблю слово «попугайничать», но, наверное, в аудиоформате максимально эффективным будет именно этот метод. Старайтесь делать это везде, не обращайте внимания, даже может показаться в метро, что если это будет немножко чудаковато, в полголоса, думаю, это все же вполне допустимо. Поверьте, в метро гораздо более страшные случаи случаются. Салло. Рад да, для того, чтобы было проще, все-таки нужно вооружиться каким-то чтением. Еще раз на всякий случай скажу, что в качестве упражнений в чтении вы увидите в учебниках Попова и Казаковой весь необходимый печатный языковой материал. В данном случае, конечно. Речь идет об упражнении в чтении первого урока книги Попова Казакова. Для того, чтобы у вас был этот текст в виде слов перед глазами. Поехали. Еще раз. «Сал» Рат. Дат. За. Васт, Вальс, вальв, Гала, Агат. Обратите внимание, как я на конце согласные проговариваю максимально звонко, хотя они глухие в русском языке, или делаю в то же время мягкие, мягкими согласные, которые у нас в русском языке звучат твердо, например, Посол какой-нибудь, э, на конце L звучит. Во французском языке это мягкая. Классическая формула или характеристика французских согласных – это мягкость и звонкость. Обратите внимание еще раз на первую строчку. И прочитаем вместе. Sal, rat, dat. Да, я говорю как будто бы гласную после «т». Как будто «да, ты». Тогда у нас по-русски получается она звонкой. Когда кончик языка затрагивает верхнее небо и, отталкиваясь от него, делает звук не шипящим и присвистывающим С, а именно «т», будто бы «т», будто бы это на самом деле какая-то звонка согласно сонорной в русском языке. Получается. Дат, ва, васт, вальс, вальв, гала, агат. Вторая строчка. Авар, тар, рар, татар, лав, кав, рав, слав, грав, барбар. Обратите внимание, как на конце согласные звучат звонко. Если это «в», если у вас возникают проблемы с буквой «р», которая встречается в нашей строчке, тогда просто представьте себе еще раз нашу ротовую полость, когда язык в русском формате говорящий «р», просто вибрирует кончиком с передней частью, с, небом, с, передней стороны, как раз кончик вибрирует, то его нужно остановить и попробовать задней, то есть задней части языка сделать вибрацию. И будто бы вы получите горло. Получается... У кого как. И не надо думать, что эр, вот это французское грассирующая, бывает на, не, обязательно французской, неподражаемо французской, и получается это только у французов либо после очень долгой работы. Ваша не горла уже будет по сути начальный эр, который устроит все как гласирующее. Еще раз. Авар, тар, рар, татар, лав, кав, рав, слав, грав, барбар. -бар. Третья строчка и опять наши согласные, но уже с протяжными гласными. Смотрим. Фад, стад, салад, рад, парад, кавалькад, бад. Опять же, все согласные у нас звучат. Специально делаю это в делайте так же, потому что речь потом будет ассимилирована, уменьшена. Вот это выраженное согласных, но будет звучать правильно, потому что одна из классических проблем мы русские в нашем языке ленивым. Во многом с точки, с точки зрения согласных, про, просто проглатываем и делаем их глухими, а они такими быть не должны, особенно в звонком энергичном французском. Дальше мягкие, четвертые. Мягкие согласные на конце. Будто бы после каждого из них поставлен мягкий знак. Дал, мал, адаль, банал, канал, карнавал. Понятно. Пятая строчка. Повторяем все вместе. Да, по поводу правил чтения сразу обращу внимание, что буквы «с» и «ж» особенные. После «с» и после буквы «ж» стоящие е и «ыгрэк», повторите алфавит, если нужно, делают их звуча звуча звучащими как «с» и «ж», соответственно. Если же не стоят после букв «с» и «ж» буквы е e и «ыгрэк», они делаются как «к» и «г», звучащими в чтении. Поехали. «Кярт», «кяст», «фас», «акт», Race, carafe, caravane, lactate, trace, glace, pacte. Et sur cette autre chose que le zacréblain n'a pas eu de finale, nous en avons aujourd'hui. Carte, caste, face, acte, cravate, race, carafe, caravane, lactate, trace, glace, pacte. Et donc. Рад был приветствовать сегодня в рамках нового аудиокурса французского языка «Реальный французский» avec Eugène Climouc. «Реальный французский» — это те звуки, которые должны быть в настоящем французском языке, чего я вам искренне желаю развить вместе со мной. До следующего урока. Au revoir, mes amis.